Всех приветствую, продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипиях. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала «Всемирная иллюстрация», Санкт-Петербург, 1893 год. Фальстаф. Статуя Тильгнера. Фальстаф – один из самых юмористических лиц не только в произведении Шекспира, но и во всей всемирной литературе. В общем, Фальстаф подобно Панургу у Рабле. Добрый малый, злобы в нем нет никакой, он просто любит посмеяться да позабавиться. Когда его ругает, он ругается больше других. На одну насмешку отвечает 10 остротами. Но в то же время он нисколько не обижается и не сердится. Через минуту вы его видите рядышком с ругателями. За сальным столом таверны он с ними пьянствует и чокается. Ему все трынь-трава, лишь бы весело пожить. Свои многочисленные пороки он так добродушно и наивно выставляет на показ, что вы принуждены простить их ему. Он точно говорит вам, что прикажете, таким, значит, я уродился. Люблю выпить, уж будто хорошее вино нехорошо. Бегаю, когда угрожают мне побои. А разве от побоев не болит спина? Делаю долги, выманиваю деньги. Но разве неприятно иметь в кармане деньги? Хвастаюсь и лгу, но ведь это только потому, что желаю внушить почтение к себе. Послушай, Галь, ты знаешь, что наш праотец Адам и в состоянии невинности не избежал грехопадения. Где же устоять против него бедному Джону Фальстафу в нынешнее развращенное время? Ты знаешь, что во мне больше мяса, чем в другом. Следовательно, и грехов больше. Тильнер изобразил нам Фальстафа в тот момент, когда, устроив ночной разбой с веселой компанией, убежав от страха с поля битвы, Фальстаф хвастается своими подвигами в таверне. Ну, вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания.